В год в НИИ материнства и детства бывает примерно 80 недоношенных младенцев. Задача врачей – вырастить крошечных малышей, вес которых даже меньше килограмма, и сделать так, чтобы из них получились здоровые и счастливые люди. Для этого существует целый комплекс мер, высококлассные специалисты и отличная медтехника. В канун Дня недоношенных детей, его во всем мире поэтично называют Днем белых лепестков, в НИИ пришли мамы и их малыши, которым здесь когда-то спасли жизни. Крокодил, я красивый и страшно милый. А когда я кого-то глотаю, долго плачу, потом страдаю. Когда недоношенный ребенок появляется на свет, за ним нужен особый уход. В больнице семья проводит несколько месяцев. Мы понимаем, что недоношенного ребеночка нужно обязательно довести до такого состояния, когда может он уже без дополнительных медицинских аппаратов, заботы такой медицинской, уже продолжать свою жизнь вдвоем с мамой в домашних условиях. Региону есть чем гордиться. Показатели младенческой смертности последние пару лет невысокие. Также низкие данные по инвалидности у детей, рожденных преждевременно. Мы иногда получаем ребеночка в возрасте 25-26 недель. С массой тела самый маленький наш выживший ребенок 490 грамм. Нормальный вес ребенка от 3000 грамм. Процесс исключительно затратный и с финансовой точки зрения, но, наверное, и с точки зрения эмоциональной. Поэтому мы так тепло относимся к Международному дню недоношенных детей. И это ежегодная возможность врачей пообщаться со своими маленькими пациентами, увидеть, какими они выросли, узнать их успехи и текущее состояние. Все дети с экстремально низкой массой тела находятся под наблюдением в отделении медицинской реабилитации НИИ. Минимум до 3 лет, а иногда и больше. На праздник есть традиция выпускать в небо белые шарики. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.